А уже начал записывать. Ну и бывает. В общем, сегодня видео. Наверное, по названию вы уже поняли. О глоках. А также не совсем глоках. А также о том, что оптоволокно оставляет кучу мелких деталей, от которых легко можно получить занозы. Так, у меня сейчас на столе могут быть остатки оптоволокна, поэтому я буду в перчатках, народ, честно. Только поэтому. Заусенцы надоели. И занозы. Так что вот мои механиксы, которые под рукой были, ничего особенного в них нету. Что такое глок? Для того, чтобы все понимали. Глок – это технология середины 80-х. И практически не изменилась с тех пор. Даже вот, смотрите. Ну, первым делом, конечно, проверяем, что пистолет разряжен. Глок 4-го поколения. Глок 17. У меня Глок 19 третьего поколения, решил его не доставать. Потому что он ничего особенного по сравнению с этим Глоком не покажет. Для разборки требуется спуск. При этом народ часто стреляет. Полицейские в том числе. Четвертое поколение. Вот. Реально говоря, отличие четвертого поколения. Магазины с двухсторонним вырезом. То есть кнопку сброса магазина можно перенести на одну из сторон. И двойная пружина для возврата. Это все, чем они отличаются от третьего поколения, если серьезно говорить. Ну, мелочи всякие, типа такого, типа рукоятка вместо такого. Это все абсолютная ерунда. Да, конечно, мы проверим, что все оружие здесь на столе разряжено. Вы помните, у меня был целый конкурс. Чемпионат мира среди страйкеров, как я его назвал. Реально говоря, Глок там не выиграл, если вы помните. Ну, как он мог там выиграть, серьезно говоря? Кстати, вот для тех, у меня большинство магазинов уже четвертого поколения тоже. Они, кстати, взаимозаменяемые. Это, кстати, плюс, теоретически. Практически посмотрим. У Глока сейчас, буквально через неделю, ну или я не знаю, когда выйдет это видео, в конце августа 2017 года должно выйти пятое поколение. Может быть, там хоть что-то появится нормальное. Может быть, они выпустят то, что они собирались делать для военных. Потому что обычный Глок под военные требования на XM17 не подходил. Совершенно. Ну, одна из причин, почему проиграли. Вне зависимости от того, что там случилось с гражданским P320. Ну так вот, многие говорят по-разному про глоки. Но я начну с одной вещи, которая, с моей точки зрения, самая важная. У глоков, если его не совсем хорошо держать, может произойти такое понятие. Limp wristing называется. То есть, реально это переводится, наверное, как слабая рука. То есть, это обычно связано с тем, что народ как-то не так держит. И у Глока из-за его очень легкого веса происходит проблема. Он не сработает на второй раз. У меня лично этого никогда не было. У меня, может быть, очень сильные руки. Ну, возможно. Может быть, у меня правильный хват. У меня лично этой проблемы не было. Но я очень многих знаю, у которых эта проблема есть. Я стреляю с Глока много. Лично вам скажу. Я не ненавистник Глока. Я просто считаю, что они уже отстают. Я считаю, и вот как вы, наверное, заметили в названии видео, Глок – это Макаров западного мира. По крайней мере, в том варианте, как он сейчас существует. Он выезжает по двум причинам. Реклама и доступность деталей. Настолько много дополнительных деталей к Глоку есть. Из Глока можно миллион чего сделать. Ну, к примеру, мой собственный 34-й. Глоковских деталей здесь много. Но и при этом много не глоковских деталей. Раз, два, три, как минимум, не глоковских деталей в этом пистолете. Я просто много чего не менял, потому что я вообще не сторонник замены деталей. Лично я. Это один из моих бзиков, может быть. Почему это я объясню в другом видео, если я об этом вспомню. Вот это стандартный
Глок. Видите, здесь неудобная кнопка сброса магазина. Здесь неудобная, неудобный рычаг сброса с затворной задержки. Ну, к примеру. И причем в перчатках, да, в перчатках. Я знаю, что в перчатках. Насколько же это удобнее, предположим, на Smith & Wesson, который является, реально говоря, конкурентом. Ну, при желании сложно промахнуться. Как насчет практически официального убийцы Глока, Джаника? Тут это такая клавиша, ну просто посмотрите по размеру, елки-палки. Громадная разница. Это вот две вещи, которые, с моей точки зрения, являются самыми главными. Очень неудобный контроль, неудобная эргономика, ну и на первом месте стоит то, что он ненадежен. Глок ненадежен по сравнению с тем же Макаром. У него есть куча проблем, которых нет у других страйкеров. То есть это не является идеальным пистолетом. Да, он средненадежный, то есть он в среднем подойдет среднему человеку. Насколько много вы знаете средних людей? Ну вот серьезно, насколько много, вот назовите мне, напишите в комментариях, сколько вы знаете средних людей, которые по всем параметрам средние? Я, например, не знаю много таких людей, вообще, может быть, даже одного не назову. У всех что-то разное. Мне глоки ложатся в руку, ну, до определенной степени. Мне не нравится их эргономика. Мне не нравятся их прицельные приспособления, которые просто ради юмора никакого отношения к металлу не имеют. На 3/4, да, есть. А на стандартных глоках нету. Ну, 3/4 это, во-первых, более дорогая версия. Во-вторых, это практически. Здесь еще, видите, разные прицельные приспособления. Просто совершенно разные. Стандартные глоковские прицельные приспособления меняют практически все. Я не меняю по моему тому же бзику. Я считаю, что надо уметь пользоваться стандартным оружием. По крайней мере, в том числе пистолетов Глока. На некоторых других пистолетах, да, меняю. Ну, чего-то только нет. У меня разные есть. Но далеко не на всех. Рукоятка. Да, вот это, в принципе, можно немножко изменить здесь. Это все-таки 4-го поколения версия. То есть я могу что-то поменять. Мне ложится. То есть у меня, в принципе, рука, судя по всему, большая достаточно, чтобы пользоваться глоками. Я знаю людей, у которых это не получается. Я знаю людей, у которых это просто не нравится. Я сам к ним отношусь. То есть я 17-го практически не стреляю. Стреляю с 34-го, который у меня кастомизированный под меня немножко. Даже по сравнению с 34-м я скорее буду стрелять из турецкого Джаника или Smith & Wesson, который, кстати, является главным конкурентом. Просто по причине того, что вот это гораздо удобнее. Ну вот, смотрите. Какой из них просто внешне явно с более продуманной эргономикой? Ну, серьезно говоря. Блок или что-то другое. Я взял только два из тех вариантов, которые у меня есть. У меня есть почти все страйкеры. У меня нету Хеклера, у меня нет Чизета. У меня нету P320 Сига. Ну и пока не отремонтируют, не появится. Ну нет у меня денег все иметь. Ну нереально это все. У меня есть то, что мне нравилось. Это гораздо лучше ложится в руку. Угол гораздо лучше. Рукоятка гораздо более эргономичнее, чем вот эта глоковская гадость. В принципе, насколько я знаю, в 5-м поколении очень много чего поменяется. И я попытаюсь попасть на вот это мероприятие, где появится 5-го поколения. Может быть, даже если мне понравится, его приобрету. Не знаю. Деньги. Все выходит в деньги. Кстати, для тех, кто интересуется, у меня вот там вот внизу, как-то так вот, внизу
Есть ссылка на PayPal, если хотите поделиться. Если вы настолько богатый, что хотите поделиться и можете, то я не откажусь. Я еще Patreon настрою, наверное, как-нибудь. Для тех, кто хочет подписку даже сделать, помогать мне на месячной основе. Но видео не об этом. И об этом я говорить больше сейчас не буду. Видео еще продолжаем про ГЛОК. Что еще здесь в минусе? В минус следующий, с моей точки зрения, большой, это USM. Это же реально просто... Слышите вот эту радость? Это же как песок песочный. Смотрите, как долго он возвращается. Вот он вернулся. И это еще четвертого поколения. Он здесь улучшенный. Давайте посмотрим на Smith & Wesson. Все. С Джаником сравнивать, по-моему, нечестно. Вообще. Поэтому я Вальтер тем более не принес. Вот это все, весь ход. Все. Это сингл акшн. То есть без самого взвода. Ну, просто никакое сравнение не идет. Я после того, как приобрел этот пистолет, по цене в два раза меньше, чем эти, и в полтора раза меньше, чем этот. Это вообще дорогой. Потому что под оптику. Просто оптика сейчас не стоит. Я забросил 34-й ГЛОК, с которым я ходил на тренировки. Я все равно с ним буду ходить. Вот с этим 34-м ГЛОКом, вот он. Просто для того, чтобы видеть просто соответствие его. На фоне меня самого. То есть, в принципе, пистолет-то не такой же плохой. Смешно выглядит, когда в маленьком квадратике в углу. Особенно, если много чего с ним делать. То есть, реально говоря, из ГЛОКа можно сделать хороший пистолет, если потратить на него еще столько же, сколько стоил сам ГЛОК. Если вас этот вариант подходит, да, можно подходить. А зачем? Если за эти же деньги можно купить гораздо лучше пистолет. Юмор в том, что сейчас ГЛОК в ценовой нише тоже далеко не выигрывает перед другими. Ну, к примеру, ГЛОК 17 стоит четвертого поколения, по-моему, от 550 до $600. $330. $500. Вальтер ППК можно купить сейчас за $400. Он на голову выше любого ГЛОКа. 34-ка тоже дорогая. Ну, это тоже ГЛОК. То есть, пистолеты, у которых много проблем уже решено, которые должны были быть решены в ГЛОКе, дешевле ГЛОКа. То есть, смысл покупать ГЛОКа имеет только в определенной ситуации. Если вы знаете, что вам нужно будет постоянно докупать запасные части, или хотите просто из него сделать пистолет Барби. То есть, имеется в виду, берете ГЛОК и все в нем меняете. Ну, тогда да. Тогда ГЛОК абсолютно точно имеет смысл. Количество аксессуаров для него, доступных, возможных, от USM до затворов, до чего там только нету, в конце концов. У меня одних магазинов для ГЛОКа такого типа, наверное, 5 разных изготовителей. Не моделей, а изготовителей. Вон там лежат. Могу, в принципе, принести, но смысла сейчас никакого нету. Потому что да, я действительно их покупал, потому что пистолет-то распространенный. ГЛОК 19 самый распространенный пистолет. И самый покупаемый пистолет на рынке США. Потому что он усредненный. Во-первых, его проще продают, потому что процент, насколько я знаю, после общения с продавцами, процент, получаемый при продаже ГЛОКа, то есть сумму от процента стоимости пистолета, на ГЛОКах гораздо выше. Ну, сравнительно выше. Это очень малодоходная область. Очень часто зарабатывают там 10-15% максимум. Но на ГЛОКе, говорят, там можно заработать чуть побольше. То есть для продавцов это выгодно.
Плюс действительно, он простой. То есть, давайте поговорим. Вот мы сейчас говорили об отрицательных сторонах звука. Давайте поговорим о положительных. Их немного, но они есть. Они есть всюду. Ну, если не Glock 19, его вы нигде не найдете. У меня в сейфе один лежит. Ну, придется ждать. Glock 19 надо чуть ли не заказывать. Все знают, что такое Glock. Он исключительно прост в использовании. Магазины к нему вы найдете практически всюду. Это как 92-й берете. Магазины есть всюду. Магазин для ткани, как предположим, надо искать, надо знать, какие подходят. Смит-Вессоновские магазины сейчас проще найти. Смит-Вессон, реально говоря, догоняет Glock по проценту рынка. Glock имел громадный процент, сейчас упали меньше 50%, даже в своей нише. И, потому что их все остальные кушают. Да, они все еще самые популярные, но это ненадолго, я думаю, если они что-то не изменят. И я думаю, что они что-нибудь изменят, потому что все-таки не совсем там дурные люди сидят. Они же армейский контракт не выиграли здесь. По-моему, они выиграли всякие мелкие контракты, там по 20, по 30 тысяч штук в разных мелких странах. Сравнительно мелких, по сравнению с США. Ну, контракт на несколько сот миллионов, а контракт на 500 000 – большая разница. То есть это да. Их можно кастомизировать до невозможности. Реально говоря, разбирать его, если у вас руки не совсем косые, исключительно просто. Чистить его тоже просто. Я сейчас не буду, конечно, все это показывать, то есть здесь боек можно вынуть. То все, он очень простой пистолет, на этом он выигрывает, потому что требуется очень мало чего делать. У них нет никаких внешних предохранителей. На этом, конечно, уже выиграть сложно, потому что как бы тоже нет внешних предохранителей. Еще там целая линейка пистолетов, которые превосходят по всему Глока. Ну, у них тоже нет внешних предохранителей. Мне, лично мне, нравятся пистолеты с внешним предохранителем. Даже страйкеры. Для ношения. Для дома у меня Смит-Вессон. Без всяких предохранителей. Просто машин был дешевый, в 45-м калибре. Это не этот, там другой. Вы в другом видели, надеюсь, видео. Может быть, не видели. Если не видели, можете всегда найти у меня на канале. Так что он не особенно точный, но нормальный как бы по точности. То есть не идеал, но вполне для своих целей годится. И еще одну вещь не забывайте. Вы увидите этот пистолет практически у большей части, там, половины полицейских в кобуре. Это громаднейшая реклама. Хоть многие почему-то говорят, что они доверяют полиции, это, ну, ерунду говорят, как обычно. Те, кто ничего не понимают. Но это реклама. Вы когда-нибудь кино видели, в котором была стрельба, чтобы там не было Глока? Даже вот Джон Уик всякие, вот был Джон Уик 2. Очень хорошее кино с точки зрения стрельбы. Знаете, что там был? Там был кастомизированный Глок 34. И кастомизированный Glock 19, по-моему. Или 26, я не помню, какой у них там мелкий, у него мелкий пистолет был. В первой серии у него был 26-й запасной, если мне память не изменяет. 9-мм Glock'и. Двурядные. Кстати, у меня 26-го как раз нет. У меня есть все 9-мм Glock'и, кроме 26-го. Он с моими руками. Скажем так, вот это 17-й у меня за рукой. Где-то там за моей рукой прячется Glock 17 полноразмерный. У меня рука небольшая. Просто для тех, кто интересуется. У меня рука 17-18 сантиметров, может быть, длиной. Сравнительно небольшая. Я вообще не такой же крупный человек, если серьезно говорить. У меня маленькие руки, маленькие ноги. 45-го размера. В общем, мне он просто не подошел. Но все равно я знаю люди, которые их носят. Он Борисович, к примеру. Glock 26. Но есть люди, которым Glock не подходит. И вот та самая ситуация, когда Glock 4-е поколение еще более-менее кастомизировать можно, чуть-чуть. Вот это вот меняется. Вот это. У меня стоит стандарт. Мне он подошел.
моими руками это нормально. С моими руками я говорю, у меня 34-й нормально ложится, без всяких проблем. Я, конечно, не хикок по размеру. Там, представляете, человек 2 метра 6 сантиметров ростом. Он меня на 20 сантиметров выше. Это же жуть какая. Но вот они все равно подходят не всем. И многим они неудобны, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Но если Глок решит вот эти проблемы, то тогда у них будет будущее. С моей точки зрения, сейчас Глок, как он является той системой, которой он является, будущего у него нету. Они выигрывают только потому, что есть куча вербальной, телевизионной, голливудовской рекламы. Ну, еще то, что видят полицейские, как я сказал, тоже громадная реклама. И все. А уже по всем остальным понятиям уже проигрывают. Да, причем довольно-таки давно. Ну, что это давно? Десятилетия, лет 10 как минимум проигрывают. Понимаете, когда Глок начинает копировать другие фирмы, это уже то. Плюс, кстати, пока не забыл, вот эти прицельные приспособления, почему я на них показывал? Потому что они пластиковые, они ломаются. На пистолете $500-600 ценой, что настолько сложно поставить металлические прицельные приспособления. Этот пистолет дешевле. Этот пистолет в 2 раза дешевле. Что так сложно? Я вот не понимаю, действительно, вот они гонятся за копейкой. Такое ощущение, что гораздо больше, чем... Не знаю, у них что, план пятилетки не выполнен. Ну, не выполнен наверняка. По причине того, что, извиняюсь, качество не то. Не то выпускают. Качество у них, кстати, неплохое. Но продуманности мало. Причем у них народ бежит, насколько я понимаю, с фирмы. Потому что Гастон Глок очень тяжелый человек для работы. Для того, чтобы на него работать. Очень тяжелый. Если мне память не изменяет, один из ведущих конструкторов компании Glock ушел в Штайр и создал вот эту серию M9, L9. Это то, чем, реально говоря, мог быть Glock. И этот пистолет, стоящий сейчас $400, по-моему, то есть австрийский пистолет, вполне сравнимый с турком по цене, по качеству не уступает Glock, а по остальным параметрам удобнее и лучше из него стрелять. Он не настолько распространен. То есть это гораздо более мелкая фирма. У них нет этой рекламы, у них нет такой известности на рынке. Но народ, который берет и стреляет, жутко удивляется. Типа, а почему я не знал о таком пистолете? У меня его нету. Опять, место в сейфе, место в кошельке. С YouTube я же ничего не зарабатываю. Да, у меня своя зарплата есть неплохая, но... Как говорится, на все не хватает. На все лишнее, дополнительное. То есть на жизнь, на все там подобное, спокойно. Ну, я профессионал с большим сроком работы в своей области. Но когда вот имеется в виду покупать разные дорогие вещи, а все-таки любой из них 1500 как минимум сразу вылетает, там уже сложнее. Так что я его могу показать в тире. Я пока показывал его в тире. Но у меня их не будет. Может быть. Ну, может и нет. Посмотрим. Так что, вот, немного сумбурно, конечно, рассказал. Еще раз, давайте пройдемся по тем, что у Глока хорошо. Что у них хорошо? У них хорошее качество. У них хороший магазин. Кстати, глоковские магазины очень хорошие. Они дорогие. Это плюс и минус одновременно. Доступность этих аксессуаров, деталей и магазинов Глоком очень хорошая. Есть практически всюду. Все. А что еще у него хорошего? Давайте поговорим теперь о плохом. Ну, начнем с того. Плохого СМ. По сравнению с его как бы соперниками. Эргономика очень плохая по сравнению с большинством из пистолетов, не Глоков. Поэтому Глок он часто называют блок. Имеется в виду кирпич. Он прямоугольный.
У него плохие прицельные приспособления. У него плохие стандартные контрольные вещи. У него бывают проблемы по разным причинам. Даже не начинайте эту тему. То есть, как говорится, самострелов больше всего из глоков. Скажем так. Случайных самострелов. У Глока, кстати, одна вещь, которую я забыл сказать. У Глока есть чувствительность к разного типа патронов. Например, Глок 19, 115 грейн патроны очень не любит. Да и Глок 17 тоже. Глок 34, как ни странно, с ними работает совершенно спокойно. Но у Глока он не всеядный, он совсем не всеядный. Наверное, связано с весом. Ну, вот так вот. Вот это вот минусы. Да, их можно решить, но за дополнительные деньги. К примеру, вот. Дополнительные деньги, в конце концов, если ставить такие прицельные приспособления на 17-й. Это все-таки идет как более спортивный пистолет. Ну и зачем тратить эти деньги? Вот самый большой минус, дополнение ко всему этому, цена. Они для своих сегодняшних возможностей слишком дорогие. Глок долларов за 400, шел бы на ура, никто бы вообще не спорил. 450 даже. Но не 500, 550, 600. Это перебор, потому что за эти деньги можно купить пистолеты, которые просто на голову его выше. Ну так вот. Очень длинное видео. Я знаю, что оно очень длинное, но захотелось. И я знаю, что, кстати, Леонид на своем канале на эту тему видео сейчас выпускает. Если вы не знаете, кто такой Леонид, посмотрите у меня список. Называется «Советую посмотреть». Там есть видео про его канал. И на этом все. Я, в отличие от него, не стал сравнивать с Вальтером ППК. Нечестно. Слишком хороший Вальтер ППК пистолет по сравнению с Глоком. Это просто нечестно. Ну, никто же не Хонду с Мерседесом сравнивать не будет. Не будет. Реально говоря, Глок это, как я говорю, это Honda Civic где-нибудь, наверное. Или Аккорд, может быть. Может быть, Аккорд скорее. По размеру, потому что это полноразмерный Глок 17. А Вальтер ППК это что-нибудь типа BMW, наверное, или начальной серии Мерседеса. Это вот мое личное мнение. Основано тем, что я со всеми этими пистолетами пользуюсь. Для тех, кто не знает, у меня Глок с 95-го года. Нет, сейчас скажу, 96-го года. Потому что 21 год требуется для того, чтобы купить пистолет. И у меня в руке Глок взорвался. 23-й Глок. Вот так вот открылось все. И вот эти детальки мимо меня так прошуршали справа. К счастью, я не умел стрелять на тот момент. И Глок у меня был справа в одной руке. То есть все пролетело мимо моего плеча. А если нет, то моего канала вы бы точно уже не смотрели, потому что это прилетело бы в лицо. То есть если бы я сейчас, умеющий стрелять, прямо его перед собой поставил бы, то это прилетело либо мне в грудь, либо в лицо. Ну, в зависимости от того, когда взорвалось бы. Скорее, прямо в лоб прилетело бы. И на этом было бы все. А также на этом все в этом видео. Вот такое вот у меня мнение по Глоку. Сложилось на основе того, что я им пользуюсь. И пользовался очень долго. Спасибо за внимание. На этом все. Перед вами был Алекс Рубер. И разные глоки, в том числе третье и четвертое поколение. А теперь время убрать их в сейф. Чистить, потому что я их руками не трогал, не буду. В перчатках на них ничего не попало. Надеюсь. И пока буду в перчатках, я их в перчатках и уберу. До следующего видео.